Узнать больше о работе экспертов-криминалистов и сотрудников полиции удалось студентам Владимирских колледжей. Что такое студенческий десант, расскажет Ольга Яцк. После внесения дактилоскопической информации этот прибор проверяет ее по базам данных. И в течение нескольких часов выдает всю информацию о человеке. Павел Бойко, начальник экспертно-криминалистического отделения Владимирского линейного отдела МВД, рассказывает студентам колледжей о нюансах работы и наглядно объясняет, как работает техника. В кабинете есть электронная лупа, микроскоп и все необходимые средства, которые помогают зафиксировать найденные улики. Владимирский линейный отдел МВД России на транспорте продолжает акцию «Студенческий десант». Основная суть десанта – это работа с молодежью, объяснение жизненной позиции, ситуации. Ну и самое главное, на мой взгляд, это привлечение их в последующем, наших поколений молодое, на работу в органы внутренних дел. 2023 год указом президента объявлен годом педагога и наставника. Ежегодную всероссийскую акцию профориентации «Студенческий десант» приурочили ко Дню российского студенчества. Среди ребят есть те, кто определился с будущей профессией, и те, кто еще в поиске. Например, Александр. Просто нравится все такое там, ну, за страну, за свою и так далее. Надо просто учиться и быть заинтересованным в этой профессии. Без полного погружения в работу действительно не получится. Это доказывают сотрудники Владимирского линейного отдела. В минувшем году по итогам работы из 15 подразделений они заняли 7-е место, а по раскрываемости преступлений – 2-е. Софья в будущем видит себя в юриспруденции, и эти профессиональные уроки считает важными. Они не только мотивируют, они еще и дают какие-то познания в определенной области. То есть, если мы будем брать, допустим, того же самого полицейского, он не обязательно должен знать все тонкости железнодорожных правил. А на подобных мероприятиях их более четко описывают. Если честно, то заинтересовало практически все. И криминалистика, и знание железнодорожных каких-то определенных правил. За время существования студенческого десанта Владимирский отдел удалось укомплектовать и новыми кадрами. Акция доказала – служить закону молодежь готова. Ольга Яцек, Илья Хлудов, Вести Владимир.